Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре проект по заработку криптомонеты Tron, называется TRXICO. Как-то так. Не забываем о том, что любые инвестиции в интернет всегда риск. Регистрация здесь наипростейшая. Прописываем мобильный телефон, как обычно, или цифры, похожие на мобильный телефон. Пароль, повтор пароля. У меня прошел один и тот же. Инвайт-код пригласителя. Вводим сюда капчу. Если непонятно, можно капчу изменить. Нажимаем зарегистрироваться. Вход по мобильному телефону и паролю. Заходим в кабинет. И теперь смотрите, друзья. У меня на балансе 53x. Это мой типа депозит, а не на депозитный счет. Не вычислительная мощность. Так как, смотрите, я кликну на вот вкладочка депозит, вывод, поделиться, какая-то лотерея, не знаю, что это. Ну да ладно, смотрите, я кликаю вывод. У меня на балансе 53x, депозитные деньги. И на вывод 4.15 монет. Так, но их вывести нельзя, так как нужно, естественно, депонировать. Значит, по трейдингу у нас здесь 8.3%. Так, здесь инвестиционные планы. Значит, имейте в виду, что это совсем другой заработок. Другие проценты и другие совсем инвестиции. Я же зарабатываю на майнере. Так. Иду в мой кабинет. Кликаю депозит. Майнер апгрейд. Значит, здесь указан адрес кошелька, куда нужно перевести монеты. И они пишут, что нужно, чтобы открыть вывод, нужно закинуть сюда 20 монет. Переводим на русский. Минимальный депозит 23x. 1 USDT или 1 USDT. Менее 5x или 1 USDT. В общем, вот такой перевод. В общем, меньшая сумма не будет зачислена. Вот. Так что минималка 20 монет. Иду. Кликаю send. Ставить. Править. Так, сумма 20. Так, значит, 20. Что поделать? Отправить. Проверяем. 20 монет моих отправились. И нажимаю вот на желтую вкладочку обязательно комплект. Теперь буду ждать, когда поступят мои монетки. Значит, на балансе 50, должно быть 70. Так. Так, ну что здесь у нас? Депозит я вам показала. Это у нас инвестиционные планы. Идут. Идем в кабинет. Монеты мои уже пришли. Значит, здесь команда. Инвест. Профит лист. 50 монет. Майн аккаунт. Так, вопросы-ответы. Инвестиционный ордер. Майнер апгрейд. Пароль изменить. Выход. Так. Кликаю вывод. И у меня уже на балансе я могу вывести 5.81 монета. Кликаю 5. Точка, наверное, не ставится. 81. 81. Кликаю сюда. Ставлю точку. И то кошелек.
И беру адрес. Скопировала, вставляю. Пароль стоит. Кликаю отправить. Окей. Так, теперь будем ждать вывод. Ну, что-то не кликается. Подождем вывод. 1-2 минутки, и вывод поступит. Ну, прошло где-то примерно около минуты. Монеты поступили на кошелек. 5,81 я ставила на вывод. Прибыли. Завтра же я выведу точно такую же сумму. Всем удачи, ваших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!